Это снова мы. Приятной компании и с неслучайной книгой. Висландер Юге, Висландер Томас и Свен Нордквист. Мама Му читает. Была осень. Все коровы стояли в хлеву. Все, кроме мамы Му. Она была в библиотеке. Папа читал малышу сказку, а мама Му читала азбуку. М-у-му, медленно проговорила она. Молодец, мама Му, сказала Лина. Ты скоро научишься читать. Домой мама Му возвращалась поздно вечером. Она сидела в кузове грузовика. Ветер трепал ее челку. Красота! Едешь на машине, темно, кругом огоньки. Блу-блу-отекарь разрешила мне взять домой книжки. Сказала, приходите еще. Кракс сидел на елке и, вытянув шею, пытался разглядеть, что происходит на хуторе. Он беспокоился. Наконец он увидел фары автомобиля. Хозяйка открыла дверь и впустила маму Му в коровник. Вот странная корова, вздохнул Кракс. Вечно ее где-то носит. На следующее утро все коровы вышли на луг. Кракс искал среди них маму Му, но ее нигде не было. Опять куда-то подевалась, бормотал он. Не удивлюсь, если она где-то в лесу учится лазать по деревьям. Не успев договорить, Кракс резко затормозил и чуть не упал. Под деревом на животе лежала мама Му, закрыв голову передними копытами. Кракс опустился на землю рядом с ней, осторожно подергал ее за ухо. «Мама Му, ты умерла?» Мама Му зевнула. «Я, кажется, заснула», — сказала она. «Кар, я думал, ты упала с дерева и убилась!» — воскликнул Кракс. «Что за глупая идея лазать по деревьям?» Ну, а вот так вот. «Я вовсе не лазала по деревьям. Я лежала и читала», — сказала мама Му. «Читала? Здрасте, мордасти!» «Здрасте, мордасти!» «Что ты несешь? Ты же не умеешь читать!» Мама Му взяла книжку. «Смотри, Кракс. Пеппи длинный чулок, такая сильная, что может поднять лошадь». Кракс вздохнул. «Ну что с коровой возьмешь?» Мама Му заглянула в книгу. «Нет, у нее была лошадь, Кракс. Представь, какая Пеппи сильная». «Как? Книжки? Подумаешь, любая лягушка умеет читать». «А ты умеешь читать, Кракс?» спросила мама Му. Кракс в упор посмотрел на нее. «Позволь спросить, где ты была вчера вечером? Я видел, как тебя привезли на машине». Мама Му прижала к груди книгу. «Я была в библиотеке». Читала книжки. Кракс застонал. «Коровы не умеют читать. Коровы не должны читать. Коровы должны стоять в хлеву. Кар!» Кракс без сил опустился на землю. «Почему ты не можешь быть, как все?» – жалобно проговорил он. «Почему тебе обязательно нужно лазить по деревьям или еще что-нибудь придумывать?» «Мне нравится читать, Кракс», – сказала мама Му. «Из книжек узнаешь столько нового». «И что же ты там такого узнала?» – недоверчиво переспросил Кракс. «Еще скажи, что в книжках можно найти ответы на все вопросы». Мама Му задумалась. «Пожалуй, да». «Да? Значит, в книжках написано, почему траву ты ешь зеленую, а молоко у тебя белое?» «Ну, может быть, этого там нет, но...» Кракс начал расхаживать взад и вперед под деревом. «Ага! Значит, этого в твоих книжках нет. Почему молоко белое? Почему? Почему? Почему?» Он бубнил себе под нос. «Ты ешь зеленую траву,
В животе она превращается в молоко, оно белое. Кракс долго что-то неразборчиво бормотал, потом стал чесать затылок. «Я знаю!» – вдруг воскликнул Кракс. «Я напишу об этом книжку. Почему молоко белое? Научный трактат Кракса. Он станет бестселлером. Дети, наконец, узнают, почему молоко белое. Мне дадут премию Нобелевскую. Карр!» Коровы вернулись в хлев. Им дали вкусное летнее сено. Тут в коровник влетел Кракс. В лапах он держал портфель. «Привет, Кракс! Как твоя книжка?» Кракс открыл портфель, достал из него фонарик, секундомер, блокнот и ручку. «Разве ты умеешь писать?» – спросила мама Му. «Молчи, корова! Жуй сено и смотри на меня!» Кракс надел очки. Мама Му жевала, а он стоял перед ней и смотрел ей в рот. «Я так и думал! Ты жуешь!» Кракс нажал кнопку секундомера. Мама Му замерла. «Что это?» «Секундомер, мама Му! Продолжай жевать!» «Синокуромер? А зачем?» «Карр! Что с коровы возьмешь?» – фыркнул Кракс. «Жуй сено и не болтай!» «Ну?» – удивилась мама Му. «Вот, 18 секунд!» – воскликнул Кракс и выключил секундомер. «Открой рот, корова!» «Зачем?» – спросила мама Му. Кракс заглянул в рот маме Му, посветил фонариком. «Так-так, теперь сено проваливается вниз, в желудок. Оно все еще зеленоватое, но скоро станет белым молоком. Интересно, Нобелевская премия?» – бормотал он. «Мировая известность. Глотай, мама Му, живо!» Кракс снова нажал кнопку секундомера. Щелк, хлюп, блюп. Кракс еле успел отскочить в сторону. Мама Му закрыла рот и снова принялась жевать. «Фу, что это было? Что было у тебя во рту?» – закричал Кракс. «Еда. Еда из другого желудка». «Другого желудка? У тебя их что, несколько?» – Кракс вытаращил глаза. Спокойно кивнула она. «4 штуки. А у тебя сколько?» «Что? 4 штуки? Здрасте, мордасти!» И она еще спрашивает, сколько у меня. Кракс сгреб в кучу свои вещи. «Все, с меня хватит. Карр! Я ей про Нобелевскую премию, а она мне про свои 4 желудка. Прощай, мама Му! У меня нет времени заниматься ерундой!» Кракс скрылся в темноте. Мама Му забралась на сеновал и улеглась там с книгой «Пеппи длинный чулок». «Красота! Лежишь на сене с книжкой. Хочешь – ешь, хочешь – читай», – сказала она. Но всего на свете, конечно, никакая книжка не знает. Это Кракс правильно говорит. Трава зеленая, а молоко белое. Почему так, да? Почему так? Вопрос. Вопрос. Это мой секрет. Такая история. Конец. Мама Му. Мама Му. Мама Му.